Разбираем одну штурму. Исходное движение есть в других катах. Понятно, что вы должны делать вывод на то, что аналогичное может встретиться еще где-то. Типичная ошибка, которая вас подстерегает при выполнении ударов ногами, это отсутствие контроля стойки цураши дачи. Отсутствие контроля стойки цураши дачи. То есть, когда вы сделали йока-гири, у вас нога не должна провисать сюда, потом делать сюда. Сделали йока-гири, майя-гири, да? Йока-гири, майя-гири, йока-гири, цураши-дачи, майя-гири и потом ворота-цки. Поэтому вот эту стойку надо контролировать. Теперь, когда вы стали делать, проскочила стойка санчин. Недостаточно ее отследили. То есть, санчин, ос. Раз, взорвались. 3, 4. Понятно, да? Вот эти моменты. То есть контроль вот этих, контроль по кратчайшим прикрытий и контроль стойки цураши дачи. Ясно? Все. Они несложные, да? Несложные. Но если знать текст, то они несложные. Единственное, на что обратить внимание. Вот когда вы переходите отсюда, нельзя держать руки так. Руки надо держать так. Понимаете, да? Потому что есть соблазн отсюда. Вот так. А это вот так. Оп! Вы должны контролировать. 1, 2, 3, 4. Оп! Вот здесь, отсюда. Бам! Вот смотрите, вот у нас была вот такая позиция. Такая позиция не была. Такой позиции не должно быть. Она была такой. А вот здесь, оп, здесь вот вы дорабатываете вот этот самый реверс. Уже на гель набирает. 1, 2, 3, 4. Ос. Ну и дальше майгири и либо. Понятно? Давайте сделаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
моя мать. Сначала до этого места. А, нет, давайте еще разочек этот кусочек сделаем. Еще раз. Приготовились? Мы уже об этом говорили, что каждая ката имеет свой характер. Янсу отличается от суки, да? Теншу отличается от там, канкудай, предположим, да? И так далее. И вот там, где идет чередование быстрых медленных движений, там вот эти характеры, они сочетаются. В какой-то момент идет взрывная сила, в какой-то момент идет направленная сила в медленном движении, которая, ну как, неодолимое идет движение. То есть, как бы меня сильно не взяли за руку, Я могу делать быстрое движение, да? Я могу сделать медленное движение с тем же самым успехом. Понимаете? Потому что идет направленная сила всем телом. Меня держат за руки, я перехожу в стойку санчи. Он ничего не смог. Если он взял так, я так его сбил. Да? Я его так сбил. Понимаете? То есть вы выходите в позицию силы всегда. Поэтому, вот смотрите, очень простая вещь. Очень простая вещь. Я просто выхожу в стойку санчи. Здесь. Я освободился, если есть попытка, я могу сбить. Понимаете, да? Поэтому вот эти взрывные элементы, они очень важны. Вот постарайтесь их прочувствовать. То есть, когда вы здесь вот уход, блок, вперед, шире, два, три, четыре, оп, раз, два, три, четыре, сила, вперед, там, сила. Даже почувствовать, да? Покота? Это придет с опытом, с тренировкой, но вы должны настроиться на переключение своего сознания. Где-то взорвались, где-то сделали так. Вот подойдите сюда, еще один момент. Как пример. Я без вас. Я знаю, я не буду. Я уже объяснял ребятам на сборах и еще раз хочу напомнить. Есть разные ситуации, когда вы используете технику самозащиты. Самозащита может быть агрессивной. Например, он меня схватил за руки, вылупил на меня глаза, да? Я на него пошел. Я на него тоже пошел, покатил бочку в обратную сторону, да? Агрессивная форма. Может быть форма, которая скрывает ваши возможности. То есть вот ты меня взял, парень, ну а в чем дело, собственно говоря? Ну что ты ко мне пристал, да? А что происходит, собственно говоря, да? Или там мне на улице подошли, взяли за руку, да? А я вот... Да что ты? А я ничего не происходит. Я взял, потому что повернулся и все. А что там дальше пойдет? Сюда, да? Все что угодно. Поэтому вот это переключение, оно очень важно. Ката учит нас переходить из одного состояния в другое. Вот постарайтесь это сделать. Есть. Мы. О. Шире. Два. Три. Другое течение времени. Раз. Два. Три. Четыре. Должно быть завершение. Здесь сила. Нельзя делать чпок-чпок. Сила. Два полноценных силовых кота. Давайте сделаем. Старайтесь удерживать эту позицию. Йога-гири, да, чтобы не было вот таких. То есть йога-гири. Чтобы вот этого не было. То есть держать позицию сбора. То есть йога-гири, шмай-гири, бам, да, держать позицию сбора. Теперь, когда мы сделали вот это последнее движение, дальше мы идем спиной. Очень важно, чтобы это была базовая техника. То есть мы отсюда, не отсюда делаем, мы делаем от груди. Позиция. Вот, раз, два, три, четыре. Видите, раз, два. Нога идет на второй счет. Руки идут на четвертый счет. Здесь вот этого нет. Есть вот эта позиция силы. Пальцы находятся над пальцем, не выдвигаются вперед. То есть здесь на уровне бока, на уровне талии, после бока, не выдвигается далеко. Вот она позиция силы, видите, остается. Вот она, крепкая. И здесь тоже позиция силы. Она не сплющенная, она ровная. Вот, два крюка. И вот они дают нам вот эту форму. Понятно, да? Вот, значит, мы делаем от груди. И раз, два, три, четыре. Нога идет на второй счет. Точка. Во время точки у вас раскрывается рука. Вот эта рука раскрывается. Вот кулак стал раскрывать. Раз, два.
два, три, четыре. Видите, да? Дальше. Блок и. Видите? Когда мы делаем позицию. Блок и. Вот здесь руки не по кругу идут, а вверх, а потом вниз. И там еще движение ногами. Естественно, да? Движение ногами. Раз, два, три, четыре. Блок. И раз. Позиция. И два. Ши. И здесь позиция. Ушли. Два, три, четыре. Конвен, ягодицы, сбор, 45 градусов. Понятно? А что здесь сложно? Сложно уложить ритмические вот эти движения, да? Вот раз, два, три, четыре. Мы сделаем замедленный темп. Блок. И раз. Два. И раз. Уже руки готовы, стойка готова. Два. Но только делается это достаточно быстро переход. Почему? Вы не можете застревать в переходной фазе и ждать. Вы должны это сделать быстро, но синхронизовать со стойкой. Почему? Почему движение идет вверх, сюда, здесь, сюда? Отрывы. То есть, если есть попытка обхватить руками, отсюда захожу, отсюда схватили за руки, оторвал, бам, нанес удар, прикрылся. Понимаете? Вот, то есть движение. Раз, два, три, четыре. Блок. И раз, позиция. Два, ши. И ухо. Когда? Вот, давайте сделаем. Да. Здесь они не накладываются, они касаются чуть-чуть. Они касаются. То есть нет накладки как таковой. То есть вышли, блок, вот, отсюда. Здесь вот блок. Раз, руки поднялись и по кругу пошли. Вверх, по кругу, назад, вниз. Вверх, по кругу, назад, вниз. Вверх, по кругу, назад. Делаешь круговое движение, круговое. А здесь вот прямое движение, круговое. Вот это надо сейчас. На последней школе с Спитхолом мы обсуждали этот вопрос. Он заметил, что некоторые делают его по-другому, ну и, так сказать, мы это дело уточнили. То есть суть в том, что мы проходим через руки, а потом сводим их по кругу. Поэтому не отсюда сюда, а сюда, вверх, вниз, здесь, сюда. Понятно? И еще один момент. После того, как вы научитесь синхронизацию делать со стойкой, да, надо сокращать паузу. Сокращать паузу. Потом. Не сейчас. Сейчас мы сделаем с паузой. Раз, два, три, четыре. Блок. И раз, два. Раз, два. После этого, когда мы сделаем здесь, раз, да? Позиция. Блок. И бам. Ши. Ши. Да? Более понятно? Ускорение круговое. Идет ускорение. Вот сюда. И, естественно, быстрый отрыв. Вот этот акцент должен быть. Точка назад. И пам-пам, пам-пам. Понятно, да? Вот это. Вот это. Теперь. Движение уже элементы техники. Когда мы делаем движение, мы не делаем прямой рукой и сбоку. Мы делаем по слегка закругленной траектории и сюда. Быстрый. Нет, вот смотрите, иди сюда. Вот смотрите. Вот стоит противник. Если я делаю широкое движение, он его легко распознает и ставит блок. Понимаете, да? Если я делаю короткое движение, я не успеваю сделать вот этот момент. Должна быть золотая середина. То есть вы идете бам. Понимаете, да? То есть вы идете бам, идете сюда. То есть у вас должно быть чпок. Ладошечка, лежит. То есть у вас не должно быть вот такое движение, но не должно быть такого движения. У вас должно быть вот этот удар, но вот в этом узком диапазоне. В этом узком диапазоне. Это специфика хайта. Это специфика рютакен. Понимаете? То есть многие, это специфика ойаюби. Они все идут по одной и той же траектории. Не должно быть таких маховых движений рук. Одновременно я выпрямляю и скручиваю сразу, да, или нет? Завершение перехода в стойку совпадает с фокусировкой удара. То есть. Точка. Вот уже бедро стоит. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Понятно? Давайте сделаем. Когда бьем ногами, смотрим куда бьем. Да. Вот мы поставим. Раз, два. Йока гири. Бум. Май гири. Бум.
бум. Смотрим перед собой. Не вверх-вниз, а вперед, бьем туда, вперед, бьем сюда. Смотрим вперед. Здесь смотрим туда. Не нужно поворачивать вот так, да? Оп. Контроль, оп, контроль, оп, контроль. Короткий, экономный поворот. Тот же вопрос остался. Мне непонятна траектория сбора. Отсюда или отсюда? Дело в том, что ты отсюда делаешь поворот. Смотри, руки собираются. Все, понял, все, я вижу. Руки собираются. И все. Кратчайшее, наиболее экономное движение. Его не надо дополнительно что-то делать. Самое простое движение. Еще есть вопрос? Есть вопрос? Более-менее? Ну, первый только текст. Только текст. Ну хорошо, для ознакомления. Нет вопросов? Спешишь на ногах. Что это получается? Бум-бум. Ну так не делать. Йока-гири, майя-гири, бам. Йока, майя, бум. Да, то есть каждый удар полноценный. У тебя, Борис Иванович, стойка неку-ашидачи требует работы. И синхронизация. То есть вот такие позиции, но не то, не все. Да? То у нас посадка. Должна быть посадка. Посадка. Посадка в стойке. Вот. Это уже касается качества техники. Вот по самому тексту, по ритмике. Да? Вот то, что мы сейчас можем сделать, это ритмика и характер. То, что касается качества стоя, качества ударов, там, уровней и так далее, это уже сейчас мы не можем делать. У тебя, Вася, стойка неку-ашидачи. Тело надо собирать. Да? Стойка неку-ашидачи тоже пока хромает. Вот. Особенно большая проблема возникает тогда, когда разные люди, вот как, например, Аня и Вася, да, вот в одну команду. А вот нет другой возможности, нет других людей. Приходится, например, таких людей. Это очень сложно. Значит, для того, чтобы им вместе как-то сочетаться, они должны характер передавать. Пусть каждый своим телом, большим или маленьким, но передавать один и тот же характер, один и тот же настрой. Один и тот же настрой. Как группа этих самых, связки этих самых, воина, да, в строю, они действуют согласованно. Один одно, другое другое, там, но согласованно. Или одно и то же движение, но согласованно, как характер. Понимаете, то же самое здесь. То есть один характер. Поэтому мы делаем ритмику, характер и какие-то принципиальные вещи. За этим остается качество техники. Вот то, что было на первой тренировке. То есть, если вы сделали раз, два, три, четыре, бум, а потом взяли на пятки, повернулись и пошли, значит, соответственно, вам будет идти замечательно. Понимаете, то есть это уже ваша индивидуальная работа над собой, к чему вас и призываю. Понятно? Еще раз сначала. Мы сейчас, через некоторое время, сделаем смотрины. Посмотрим, как сделает группа младших поясов, там другие пояса, и вы сделаете сэйпай. Настройтесь. Ну, те, кто знает текст. Те, кто текст не знает, ну, отойдите, посмотрите в сторону. Да? Все. Владимир Чубаров. Владимир Чубаров. За ним надо посмотреть. Если тоже надо посмотреть, в каком плане. У тебя стойка копуцу дальше, вот такая и вот такая. Вот такая. То есть собрана здесь и укорочена. То есть 2,5 стороны. Это первое. Тут еще, наверное, текст не очень знает, да? Текст. Но это ладно. Но вот базовая техника стойки должна уже быть, так сказать, в порядке. То есть за этим надо следить. Какие есть вопросы по сейпаю? Шлифовать. Шлифовать. Но сейчас мы сделаем микро марафон. Микро. Сделаем всего 3 раза подряд.
внимание, подряд старайтесь сделать полноценно от начала до конца. И в следующий раз сделать лучше, чем в предыдущем. Лучше, а не хуже. Настроились? Построились. Сами себя собрать. Иначе пойдет расхлёст и на суставы лишняя, так сказать, нагрузка идет. Поэтому, когда вы делаете нога, там, должны почувствовать, что у вас все тело собрано. Поэтому вот сейчас, когда мы будем делать на показ, постарайтесь вот эти вот моменты сфокусировать. Медленное движение сфокусировать, быстрое движение сфокусировать. Раз, два. Умеренное движение собрали. То же самое. Понятно, да? Какие вопросы? Значит, здесь ладонь, значит, сначала выдвигается плечо локоть, а потом идет кисть. Плечо,
механизм этого движения. Значит, есть движение такое, секущее, да, вот сюда, оно идет сюда, да, оно идет сбоку, отсюда идет сбоку. Есть движение отсюда рубящее, оно идет сюда, идет напрямую, то есть оно идет вот так, да, то есть ты ладошечку держишь, да, ладошечку, да, вот сюда идет сюда, оно идет вот сюда. А здесь идет сходное продавливание, раз, вот сюда, вот в это положение, и заканчивается строго по центру. То есть оно, по идее, должно шею сделать вот такое движение. Оно сделает вот так. Здесь ты врубаешься в горло, здесь ты голову скручиваешь, да. А здесь ты просто отсекаешь, как саблей. Понятно? Поэтому движение раз, два, три, бам, и заканчивается строго по центру. Понятно? Еще есть вопросы? Есть вопросы? Нет вопросов? Хорошо. То есть... Когда смазывается быстрое движение? Когда не додерживается акцент. Если вы делаете бум-бум, ни там нет качества, ни здесь нет качества. Точка. И здесь уже последняя точка. Помните, что есть смысловые группы определенные. Здесь нога, нога, здесь завершили. Там нога, нога, здесь завершили. Здесь завершили. Потом последняя группа, да? Здесь группы движений, которые сами по себе объединяются, и они имеют свою смысловую завершающую какую-то позицию, завершающий акцент. Вот к нему идите. Когда вы сделали здесь, здесь, ши, раз, два, три, четыре. Вот это промежуточный топ. Раз, два, три, четыре. Потом взрыв, взрыв, вперед. Вот здесь идет перестройка. Оп. Перестройка. Два, три, четыре. Бам. Чу, бам. Да, и уже последние точки поставили. Понятно, да? Все, значит, мы делаем в тишине. И внутренний счет, вот эту мелодию старайтесь в голове удерживать. Раз, два, три, четыре по секундам. Раз, два. Бум, бум, бум. Понятно, да? Не спеша. Акцент, акцент, акцент. Вода это всегда смысл. Когда? Все, настроились.
Фудач! Ос! Сайпай! Сайпай! В тишине сдержанная сила, взрывная сила, акцент. Со! Сайпай! Йой! Работа завершена. То есть мы поработали все вместе, поработали малыми группами. Понятное дело, что за короткий промежуток времени что-то коренным образом из того, что не совсем соответствует или там совсем не соответствует в отдельных случаях, исправить очень трудно. Основная наша задача на этих сборах – чуть-чуть на себе попробовать какие-то новые ощущения, новые элементы. И главное – произвести сдвиг вот здесь. Если здесь понимание какое-то новое случится, тогда вы сможете более целенаправленно самостоятельно работать над собой. И уже через месяц, я надеюсь, что многих из вас мы увидим на турнирах, на соревнованиях, ну и надеюсь, что будут какие-то положительные сдвиги. Этот процесс бесконечный, поэтому каждый раз мы собираемся и каждый раз находим что-то еще, еще и еще. Поэтому относитесь к этому философски, но требовательно. Не к этому, а к себе. К этому философски, а к себе требовательно. Макота? Значит, сейчас я знаю, что некоторые собираются нас покинуть, но надеюсь, что далеко не все, да? Вот, и через полчаса мы встретимся, чтобы провести такое репетиционное выступление участников и разбор суждения, оценки их выступлений. Пока так? Последнее, что хочу уже после этой третьей нашей встречи, я уже об этом говорить не буду. Сейчас вот есть некоторое количество литературы. Вышли вторые данные, первые данные, третьи данные. Я имею в виду старших поясов. Запасайтесь, пока не есть. Тираж сравнительно небольшой. Вот. Если он разойдется, потом переиздавать достаточно сложно. Не так много у нас переизданий. И какие-то еще, по-моему, на младшие пояса что-то осталось. Значит, если Андрей Андреевич какое-то время будет здесь находиться, подойдите, можете, как говорят, в метро при желании приобрести. Да? Покатаемся? Все. Рей! Через полчаса встречаемся.